Эфир телекомпании НТС продолжает информационный выпуск новостей. В студии Эльнура Бекбасарова. Здравствуйте. Подросток, пострадавший в ДТП с участием депутата Жогорку Кенеша, выписан из клиники. Сам Нурбек Каримов все еще остается в больнице. Состояние парламентария врачи оценивают как средней тяжести. Отметим, автоавария произошла накануне на трассе Бишкек-Ош. Депутат возвращался из Узгена в Бишкек. В салоне автомобиля также были его супруга, дети и мать. Все они были доставлены в больницу. Мать парламентария от полученных ран скончалась на месте. Остальные обследованы и получают лечение амбулаторно. Озвучивается предварительная версия произошедшего ДТП. Водитель не справился с управлением, после чего машина съехала с дороги и перевернулась. За рулем был сам парламентарий. По факту назначены все необходимые экспертизы. По подозрению в нанесении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть заместителя директора госпредприятия «Кыргыз Аэронавигация» Маматназара Жакупбаева, задержаны двое мужчин. Они находятся в изоляторе временного содержания. Как сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека, уголовное дело возбуждено, начато расследование. Чиновник погиб в результате драки из-за незначительного ДТП накануне на пересечении проспекта Масалиева с улицы Токтоналиева. По предварительным данным, столкнулись автомобили «Лексус» и «Тойота Камри». Водители машины подрались. Жакупбаев упал и ударился головой. По дороге в больницу он скончался. В результате столкновения двух автомашин накануне в Кемине возле села Кызыл Октябрь погибли водитель и трехмесячный младенец. Столкнулись Mercedes-Benz и Toyota, сообщает в ОБДД Чуйской области. По предварительным данным, водитель Мерседеса заснул за рулем. В результате аварии мужчина и младенец скончались на месте. Еще несколько человек доставили в местную больницу. Все собранные материалы переданы в следственный отдел, назначены необходимые экспертизы. Бывшего водителя и советника Алмазбека Атамбаева и Крамджана Ильмиянова водворили в СИЗО ГКНБ. Там он пробудет до 28 ноября. Решение принял Первомайский районный суд столицы. И Крамджану Ильмиянову предъявлено обвинение в мошенничестве. По версии следствия, он получил 150 тысяч долларов от одного из предпринимателей. Больше известного как в народе как шофера Атамбаева, Ильмиянова задержали в пятницу, как сообщили в ГКНБ в России. Там через Москву доставили в Бишкек. Бывший советник президента был задержан при попытке вылететь в Нью-Йорк через Объединенные Арабские Эмираты. Арест Икрама Ильмиянова в Татарстане происходил при содействии ФСБ России. Эксперты назвали операцию спецслужб Кыргызстана и России прекрасным примером сотрудничества. Аналитики при этом не исключают, что в ходе расследования уголовного дела в отношении Ильмиянова выяснится причастность к различным противозаконным действиям и других бывших чиновников. Игорь Потанин продолжит. В то, что это случится, практически никто не верил. Возможно, даже сам Ильмиянов не предполагал, что его задержат. Именно поэтому безбоязненно прошел регистрацию на рейс в Дубай, из которого он планировал вылететь в Нью-Йорк. Судя по опубликованным в сети фотографиям, задержали бывшего чиновника уже в зале ожидания аэропорта. И судя по тому, что на билетах стоит дата 18 октября, а решение суда было вынесено 19-го, и Крамжан Ильмиянов уже был под колпаком у спецслужб. Из Москвы его этапировали в Кыргызстан очень быстро по просьбе наших правоохранительных органов. А для того, чтобы его с территории России сюда депортировать, российская сторона попросила судебное решение для того, чтобы осуществить это этапирование. То есть без решения суда они его просто могли депортировать. Он мог улететь из Москвы в этом случае в любую страну, куда захотел. Поэтому российская сторона, выполняя, наверное, пожелание нашей правоохранительной системы, задержала и вынуждена была ждать решения суда об его заочном аресте. И вот таким образом он был доставлен в Кыргызстан. Сразу после того, как Ильмиянова доставили в Бишкек, суд вынес решение взять его под стражу до 28 ноября. Бывшего чиновника обвиняют в мошенничестве. Но эксперты уверены, что это только начало большого расследования, в рамках которого могут вскрыться и другие дела, и фамилии чиновников, причастных к правонарушениям. Я думаю, что уголовное дело только вымогательством на сумму 150 тысяч долларов не ограничится, потому что мы все на самом деле в курсе и все знаем о том, что кадровые вопросы курировал действительно этот Икрам Ильмиянов. И, конечно же, эта сфера была насквозь коррумпирована, и те же результаты с техногенной катастрофой и с другими
кредитами, которые мы брали, этому яркое свидетельство. Я думаю, что поэтому это событие очень резонансное в том плане, что оно повлечет за собой, возможно, и другие аресты высокопоставленных лиц, потому что человек, который 7 лет курировал эту сферу, очень много знает. И это сфера правоохранительных органов, насколько они это дело доведут до конца. Ну, будем ждать. В самом СДПК задержание Ильмиянова назвали шоу и заверили. Бывший зам руководителя аппарата президента ни от кого не скрывался. Гораздо менее категоричны в комментариях депутаты парламента. Социал-демократы говорят, просто так уголовные дела не возбуждают. Это дело правоохранительных органов. Они должны дать оценку. Я думаю, скоро будет судебный процесс, и там будут установлены все факты. От себя я комментировать это дело не хотел. Потому что даже не знаю, в чем его обвиняют. В политических кругах не исключают, что в ближайшее время могут быть озвучены новые подробности громких дел, связанных с бывшей правящей верхушкой страны. Кто следующим окажется в следственном изоляторе, неизвестно. ГКМБ сейчас расследует ряд уголовных дел, по которым могут проходить бывшие высокопоставленные лица. Игорь Потанин, Нурбек Капаров, НТС. В Аше женщину, выпрыгнувшую с ребенком из окна общежития, водворили в СИЗО. Задержанные предъявили обвинение в попытке убийства ребенка. Ребенок в данное время находится в детском реабилитационном центре. Напомним, 6 сентября в Аше 40-летняя женщина с грудным ребенком выбросилась из окна 4-го этажа. Она пошла на это после расставания с сожителем. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Кыргызстан и Узбекистан согласовали еще два спорных участка границы. Переговоры рабочих групп правительственных делегаций завершились вчера, 21 октября, в Намангане. С учетом интересов двух стран описан участок Шахимардан в пределах Ферганской области, смежный с Баткенской, а также часть участка Кандион-Блок в Наманганской области, смежного с Джалалабадской, говорится в сообщении. По результатам переговоров подписан протокол. Напомним, в июле этого года были описаны два участка границы, находящиеся в Баткенской, Наманганской и Ферганской областях. Общая протяженность границы между Кыргызстаном и Узбекистаном составляет 1378 километров, 85% из которых согласовано. И на этом пока все. Журналисты телекомпании НТС продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.